Друзья, рад приветствовать вас на своем канале. Мы проходим цивилизацию шестую, и, кстати, загружалась она дольше, чем обычно. И фактически, да, он полностью договорил до конца, наш диктор, рассказал все, что хотел. Так, а сколько у него городов? Вот как посмотреть, сколько у него городов? У нашего чудо-лидера. Города. Два, три. О, даже описание есть этих городов. Это прикольно. Так, что у него? Раз, два, три, четыре, пять городов всего-то. Наверное. Это же города? Ну да. А сколько у меня городов? Ух ты, блин, класс. 3 на 4, 12, 13 городов. Такие вот дела. Так, заключить мир. Ну что, мое предложение в силе. Нефрит и много золота. Сколько? Ну, 50 монет, наверное, хватит. А как нажать ОК? У нее 44, больше у нее нет. Блин, а как окей нажать? Он готов, кстати. Население 3, население 2, население 7, население 4. И город еще один заберем, да, пожалуй? Так давай 2 нефрита. Нет, 2 нефрита. Не хочешь. Ладно, 1 нефрит. Один нефрит, 44 золота, все золото и один город. Хороший мир. Я тоже рад. Чё б такой мир и не заключить. Не хочешь, ну и ладно. Мне тоже не сильно хочется. Так, а какой мы город получили? Непонятно, какой мы город получили. В пятой циве там сразу демонстрируется город, а тут я не вижу, где он. Ладно, со временем разберемся. Давайте пока отдохнем, наверное, да? А тут нельзя. Ладно. Кстати, если прошлую серию не видели, то посмотрите. Мы захватили вот эту столицу, захватили вот этот город и разгромили их тут полностью. Блин, это... Надо было проход еще по ним подписать. Угу, тут уже Китай вылепился. Хочет уголек добывать. Надо вот эту штуку выкупить. Наверное, вот эту тоже. Чтоб Китай ее не захватил. Короче, вот так мы красиво повоевали, друзья. Так, у него 6 переходов и 3 ремонта. 3 ремонта, блин. У меня поселенцев нету ни одного. Даже не знаю, что с этими делать. А что такое? А, это что-то строится. Ну, плыви сюда. Пригодишься мне тут. Мне, кстати, заявили, что я сущее зло. Но я считаю, что им сильно повезло. Быстрее умрут, отмучаются. Так, 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 так. Да, все-таки нельзя здесь ничего улучшать. Жалко.
Ну что поделать? Это что такое? Тропический, потрясающий. Прикольно. Давайте купим его, что ли. Что мы там строим? Гонзу, да? По-моему, похоже на Гонзу. Я уже в них начал разбираться, да. Так, а что у нас тут можно такого сделать? Допустим, чтобы рос город, да? Да. Центр развлекательный какой-нибудь забабахать. Ну и что ж он потрясающий, а что ж нельзя? Что, добавок никаких нету? Смысл тогда? А если кампус? Тоже бонусов никаких. А вот тут есть бонус. Хм, потрясающий. Толк. За потрясающие, говорили, бонусы будут. Бонусов нет. Ладно. А что тут? Тут ремонт надо делать. А, кампус. Кампус ремонтируется из города. Так, а у тебя тут что? Театральная площадь, наверное, тоже с города ремонтируется, скорее всего, да, вот она. Так, что еще? Рыбка побитая, наверное, рыбку надо ремонтировать. Тут у меня работник есть, так что. Так что этому и нечего делать. Как и этому. Мы там Колизей, да, кстати, построили в прошлый раз. Высокий уровень производства им нравится. Осуждает. Да, меня один осуждал уже. Потом города мне отдал, чтобы со мной помириться. Цей осуждает. Ну, осуждайте, хоть заосуждайтесь. По-моему, все у нас неплохо. Да, хода идут намного медленнее. Это я ходов 10 делаю, 15 всего лишь. Это что такое? Так, это разведчик. Нет действующего ускорения. Ахмабахта. Что мне с этим делать? Он типа разведал. На два уровня больше в течение. И что она мне дает? Ну давай. А что тут? Потеряет уважение к вам. Да плевать мне на его уважение. Что такое видимость на одну дипломатическую? Непонятно. Давайте сделаем. Пофиг. Чего-то там мы видеть будем лучше. Новое задание от города-государства. О! Варвар. Хотя его сейчас замочат тут на месте. Я так подозреваю. Это что такое? Рудник. Так, надо сейчас глянуть. О, надо вот тут построить точно. А что у этого? Два. Иди ты сюда, наверное. Ты пока поотдыхай. Так, тут мы ремонты делаем. В нашей новой собственности. Кстати, я узнал, почитал, я вычитал в Википедии, как тут построить. Короче, тоже осуждают. Как построить, чтобы раскопать вот эту руину, как он там называется. Короче, копателя этого. В пятой циве там нужен университет. Здесь он не нужен. Но здесь нужно
построить театральную площадь, на театральной площади построить какую-то для хранения вот этих артефактов, какую-то там музей артефактов, что-то как бы это так называется. И вот тогда можно строить этих раскопщиков, археологов. Но приносить они будут археологические раскопки только в свой город. В этом есть такой прикол. Потому что в пятой циве это совсем не так. Так, у нас тут почти ничего не пограблено, да? Это еще классный город, слушай. Ну, это столица, понятное дело. Он даже со всеми минусами... О, ремонт библиотеки еще можно сделать. Он даже со всеми минусами, это очень крутой. Нафига нам древние стены? Давайте сначала все подремонтируем, а потом разберемся. Так, отдыхаем, ребята. Работы нет. Наступил мир. Кстати, вот с этим помириться бы как-то. Не ругай стрелка, пока не пройдешь милю в его сапогах. Тогда он будет босой, а ты в недосягаемости. Милю. Сейчас на милю уже стреляют. Даже на две, даже на три стреляют. Так, лесопилка дает плюс один производство. Давайте. Хорошая штука. Экономика, Биг Бен, биржа. Биржа тоже, кстати, классная штука. Так, что у нас тут? Тут мы отремонтировались. Давайте сюда. Кораблики начали строиться. Кораблики — это хорошо. Надо один вот здесь оставить на всякий случай. Тут у нас бронетранспортер, это как вот называется, броненосец. А тут, по-моему, у нас зоопарк. Ага, я думал, что-то тут строю. Я тут что-то, по-моему, не успел построить. Нам его, к сожалению, отменили. Кто-то его перехватил. Ага, вот тут я хотел улучшение сделать. Так, а что у нас здесь? Ахен. Все нормально. Это самый крутой город по производству, но, блин, что он такой слабенький. Тут у него, по идее, зерна нет. Я так понимаю, или дружба, или выжженная земля. Это что такое? Военная организация, великий человек, политический курс. Производство при создании поселенцев, стоимость участка снижена на 20. Это что такое? Производство при создании поселенцев, ну это понятно. А что такое стоимость участка снижена на 20? Это типа покупать земли? Вот это хорошая штука, желтая, надо ее взять. Где там наша... Вот она, да? О, красненький. А красненький — это что? Это военное что-то. Скидка на все улучшения юнитов. Что за скидка на все улучшения? Это типа в деньгах, да? Довольство вырастет. Оборонительных зданий. Давайте оборонительное здание сделаем. Так, надо поселенцев клепать. А поселенцы уменьшают население, да?
Ого, 13. Ни хрена себе. Ого. Це долго. О, 7 это хорошо. Не, наверное, это много сильно. Так, давай, наверное, мы тебя отменим его. Это какое-то издевательство. 13 ходов, это сильно много. Ладно, построим здесь одного. А, он тут и строится, кстати. Тогда еще одного. Так, короче, 7-8 ходов. А что у тебя? 54 хода. О май год называется это дело, да? 27 ходов, короче. Вне центральных городов поселенцев строить сложно. 19. Ладно, хватит мне того количества, которого я заказал. Это что за хатка, пригород? Интересно. Интересно, как их заюзать, этот пригород. Это где Гамбург, да? Гамбург, Гамбург. А что у нас торговцев? О, у нас еще плюс 3 торговца. Прикольно. Прикольно. Так, а что тебе еще надо? У тебя, как обычно, довольства нет. Послы у нас появились. Сейчас посмотрим, перезахватили ли мои города. Да, в принципе, все у меня на месте. Вот этот можно еще прихватить. Я сюзереном стал. Отлично. Отлично. Ну, пошло мирное развитие. Надеюсь, сейчас у нас будем быстро двигаться. Сложность игры такая, что, в принципе, простенько все. Как я вижу, такая пушка большая. Бомбарда. Борис Акунин про бомбарды прикольно пишет. Есть у него такое сочинение. Называется «Бог и шельма». Если интересно, чтение про старину почитайте. Там есть о бомбардах. Так. Что у нас тут? А что тут эту клетку можно построить? Если тут раз, два, три. Интересно. Наверное, по воде не считается раз, два, три. Непонятно. Давайте ее построим, а что? Тут, по крайней мере, уголь есть. Уголь – это хорошо. Даже нечего строить. Пустыня есть пустыня, да?
А я думал, тут что-то можно кинуть. Америка торгует с Индией. Да посмотреть вообще, где он добывает. На воде и на этих трех клетках. А так ему все пофиг, в принципе. Довольство минус 2. Почему? А почему у тебя довольство минус 2? Непонятно, ну ладно. Ого, Америка переходит от одной эпохи к другой сразу. Ничего себе, новое время. Самая лучшая сталь не всегда блестит ярче прочих. Лесопилка дает. Прикольно. Так, нефть мы нашли, буровая вышка, будем строить, линкоры можно строить, артиллерию, Эйфелева башня. Блин, а я где-то корабли тут строил? А где? Где-то вот здесь, по-моему. Давайте поглядим. Да, вот он, фрегатик. Иди-ка ты погуляй. Тут линкорики уже пора строить. Линкорики... Что требуют? Уголь. Прикольно. Видите, какое отличие. Линкор требует уголь. Пятой цели не так. Так, авиация, бонус к туризму. Танки можно строить. Парашютист, аэродром, ангар, сама биплан, взлетная полоса. Пехотинцы. Давайте пехотинцев сделаем. А, тут через экономику. Давайте через экономику. Бо у нас танки строить надо заново, а пехотинцев можно просто проапгрейдить, а денег у меня дофига. Так, это что ты построил? Фабрику. У тебя должно быть крутое производство, а у тебя нифига не крутое производство. Странно. Потому что, видать, у тебя все плохо. Да, ты везде все на море добываешь. Das ist nicht gut, Вальдемар. Так, Эйфелева башня, черти сколько. Театральная площадь. На единственной клетке, где я что-то могу добывать. Не, спасибо. Жаль, но спасибо. Гавань. В гавань можно кинуть. Кампус тоже нельзя. Торговца построим. А, да, я же хотел улучшить там этих площадя. И так туда и не сбегал. Тут у нас все отремонтировали, да? Насколько я понял. Нет, не все. Университет. Амфитеатр. Кстати, их можно местами поменять. Канализацию можно построить.
Сейчас мы тут работничкам поулучшаем. Всяко разно. Это кто такой? Апостол какой-то. Опять колдовать будет там что-то мне. Запретный город. А запретный город — это ж чудо какое-то, по-моему. Кто где? Ты прошу. Нужна пища. Понятно. О, нефть, кстати. Тогда мы тут строиться не будем, раз тут нефть. Нефть что у нас дает? Производство добавляет. Тогда мы, наверное, вот здесь кинемся. Или вот здесь. А, кстати, нефть я могу и отсюда купить. Наверное. Так, это что? Видимость на один уровень. Центр города. И что? Странно. Так, похитить ускорение. Давай похитим ускорение. Может, получится там что-то у него. Это что такое? Переиллюстрация почты завершена. Ваш агент завершает. Короче, не знаю, что-то агенты делают. Странные какие-то действия у них. Так, поселенца надо вот сюда. Странная такая цива, слушайте, вообще она чисто экономическая какая-то получается. Потому что все какие-то такие мирные за войну сильно осуждают. Как-то все сильно мирно происходит. Раз, два, три. Плыви сюда. Как раз ты вот так захватишь, и уголь будет наш. Короче, она мирная, шо капец, эта игрушка. А вот этот семерка город, кстати, его можно было забрать. Ого, нифига себе, наука 12. Ладно, отдыхай. Так, а я тут я хотел клеточку купить, попробовать вот это вот. Ну да, ее можно купить. И надо тут, наверное, что-то сразу влепить. Так, а влепить мы можем кем? Это ж у меня работник был. Я же все не бачу. А, вот. Тройка. Давай, шуруй сюда. 5 ходов. Шуруй, детка. Сделай там доброе дело. Блин, я ж туда тебя направлял. Осуждает. Считает милитаристом. Понятное дело. Я тебе люлей надавал. Ясное дело, что я милитарист. Торговый пост. Что такое торговый пост, непонятно. Это типа, наверное, завершение торгового пути.
позволило создать торговый пост. Ваше Величество, население растет, и пора строить новые пригороды. Для этого выберите наиболее живописные места. Вблизи чудес природы или, например, на побережье. А это еще что такое? Ну понятно, что он обеспечивает жильем, добыча золота, урбанизация, стоимость производства 54 всего. Непонятно. Так, эти поселенцы мне уже не надо. Надо экономику вернуть на место. Вера, да? Тут наука и культура лучше. Пригороды с высокой привлекательностью способны вместить больше жителей, а районы около болот, аэропортов и тропических лесов будут пустовать. У меня вот тут высокая привлекательность. Где там? Вот тут. Потрясающий. Ну и что? И что мы можем? Что за пригород? А, вот, видите, для чего эта штука. Так, тогда центр коммерции отдохнет. Центр коммерции будет где-то в другом месте. Водяная мельница. Допустим, вот здесь. Да. Нашел я применение привлекательности. Кстати, тут немного осталось. Общество будущего. Оборонительные союзы, создавать армии или армады из трех одинаковых юнитов. Открывает еще один повод для войны. Пойдет. О, три этих было, блин. Ладно. Как они называются? Три посла. О, кстати. Работа для работника. Только вспомнить бы, где работник. А вот он. Иди сюда, поработай. Он, кстати, тут стоял и думал, что ему делать. И не появляется здесь такая штука, как вот раньше там в пятой цивилизации. Типа у вас там появился новый ресурс, там, ну, та и так далее. Повторно проложите. Давайте посмотрим, что у нас можно сделать. Если, допустим, золото. Вот есть получше объект. Так, а тут я хотел что-то построить. Что-то нельзя ничего построить. Холмы, равнина, странно. А что, нельзя ничего построить? Прикольно. Что, и тут ничего нельзя построить? Интересно. Интересно, что если в тропическом лесу ничего не может построить. Так, монумент завершили. Что еще? Тут ремонты никакие не надо. Плохо, что они ремонты отдельно не выделили. Нам бы науку, наверное, качать. Хотя, пока он построит, офигеть можно. Центр коммерции лучше построить. Где-то вот здесь. Тут у нас что? Лесопилка. Я еще теряюсь в этих названиях. Ну так, чисто внешне определить не сильно получается. Ну видно, что доски, конечно, согласен. Но как-то... Такое ощущение, что гонка у них происходит чисто экономическая. Ну, блин, они вообще не воюют. Тут немножко на этот город напали, на тот город напали. Вот тут где-то внизу, где-то он там был. Да, Хатуса. А так какая-то, блин, не знаю,
Мирная канитель. Что с тобой делать, друг чудесный? Ходить ты никуда не можешь. Так, поселенец еще один. Ого, тут все... А, в пустыне нельзя селиться. Прикольно. А я думал, можно. И в лесу нельзя селиться. А почему? Че, лес вырубать не можешь, чешу? Ну, иди сюда. Тут у всё лес, пожалуйста. Давай посмотрим, а что ему тут мешает в лесу? Раз, два, три. А, до города слишком близко. Угу. Так, развлекательный комплекс завершен. Надо что-то дальше. Центр коммерции, да? Чица нет. Подожди, развлекательный центр это что-то другое. Блин, я в них теряюсь. Развлекательный центр это... Нема ничего. А, арена, арена, да, во, арена, точно. Это арена потом. А центр коммерции... Еду срежет, блин. Ладно, разберемся потом. Так, Бермен, что-то завершил. Центр коммерции. Где он? Вот это, наверное, да? Да. Рынок. Гонзу. Пригород. Блин, он потеряет кучу еды. Не, не будем строить. Ладно, потом посмотрим. Со вот это можно пригород тут влепить где-то. Да, и он тут ничего не может сделать. А что такое? Я не понял. Холмы, ну, тропический лес, ну. Чего нельзя ничего строить? Лагерь. Тю. Фигня какая-то. Что в тропическом лесу можно только этот. Найди лесопилку хоть кинь какую-то. Только можно что-то строить и все. Интересно. Запретный дворец, ладно. Ладно, ждем. Так, это что? Это что? Это у нас какой-то... Наука. Наука плюс 3. Это кто? Стокгольм, Сеул. Золото вообще не дает, да? Ладно, будем золото собирать. Как особо богатые люди будем собирать золото. У нас еще три можно, да? Так, город можно построить? Можно. Прямо на этих, на руинах. Я помню, в пятой циве нельзя было на руинах ничего строить. Тропический лес. А руины типа оставил, чешу? Модификатор, современная стоимость, владелец. Да вроде нету. Непонятно. Ну, было бы странно, если бы они сохранились, эти руины. Надо сюда одного работника пригнать, наверное, какого-то. О, еще одна нефть, кстати. Иди сюда. Вот я к тому, что нефть не показывается. Что она была обнаружена. Это плохо. Приходится самому ее выискивать. И вот все, нефть, кстати. Так, что мы тут имеем? Мы тут имеем... Давайте посмотрим, что. Еда. Производство. Тут мы будем еду иметь. Тут еды дофига.
Но ему надо производство какое-то, да? Гонзу построить, что ли? Пусть будет Гонза. Один посол где-то мы заработали в каком-то городе-государстве. Амстердаме. Какое-то чудо-задание мы выполнили. Так, производство плюс один. Отлично. Плюс два, вернее. Исторических мест дохренище. Я помню, когда я на высоких уровнях экономика доходил... Это такая штука, которая не считается с пожеланиями. Это точно. Об этом Россия не знает. Вот. Я помню, что даже на монархии я не успевал раскопать эти... Как они называются? Блин. Ну, короче, вы поняли. Исторические места, вот эти артефакты. Их так быстро компьютер выкапывал. А тут что-то он тупит как-то непонятно. Непонятно. Все, еще одно историческое место. О, три барана и железо. Вот тут, наверное, да? Как раз раз, два, три. Да, все три клетки захвачу. Нормально, расселились. Так, золото. В Занзибаре больше золота, а в Дели еще и науку дадут. Прикольно, можно с моря прямо на сушу выходить. Вот это да. Что тут рудник? Рекомендуют. Повременим пока с этим делом. Так, что мне надо? Мне надо еще какой-то город-государство захватить. Могадишо, он там у меня, в принципе, вроде как в фаворитах. Но везде, где у меня большие циферки, везде я сюзерен. Давайте Могадишо качать. Это что такое? Туризм заход плюс 23. Тут ресурсы такие мелкие. Там есть такой нюанс в пятой цивилизации. А что ты не можешь тут построить ничего? А что нельзя, не понял. Ну нефть же. Ну это же нефть, ну и шо? Типа надо отдохнуть, чешу. Не пойму. Так вот, есть такой нюанс в пятой цивилизации. Вот эти вот ресурсы, они слишком... Да и вот эти вот значки слишком большие. И когда экран у вас маленький, допустим, даже 19 дюймов, то... Ну, вам перекрывается половина. Вот здесь налаживаются тексты. Здесь, видите, сделали миниатюрные такие... Такие миниатюрные штучки сделали. Да, это их еще откинуло дальше. Капец. Фух, короче, выкидают все дальше и дальше. Надо их, наверное, удалять, да и все. Ничего с этим не сделаешь. Так, стены завершены. Это вообще где? Это вообще край земли. А, вот тут еще интересно, можно купить клеточку. И немножко ее подразвить. Так, что ж мы можем? Что ж мы можем? Раз, два, три. Вот здесь мы что-то можем построить, да? Ага. Черта лысого, ну, можете построить. Пригород. Плюс 6. На рисе. Да-да. Короче, морские клетки вообще отдыхают. Не могут они развиваться никак. Жалко. Тогда пусть строит канализацию.
а дальше потом разберемся. Да, в этой игре какие-то морские клетки обделенные. Довольно сильно обделенные. Так, а где этот наш работник? Тут я где-то его... А, вот здесь построил, да, зиму здесь надо еще строиться. Потом тут строится. Угу. Короче, ему там есть чем заняться. Так, это где? Ага, понял. Меня вот больше вот этот интересует. Что там у него с нефтью? Ага. Активировать и что? Ну и что? Что с нефтью, не понял? Рум-пум-пум. А что с нефтью не так? Требуется пластмассы. Что, серьезно? Что за пластмассы? Химия. Ракетостроение, пластмассы. Буровые вышки нельзя строить на воде, ты ба, только на земле. А на воде только через новое знание. Хорошо, хоть подсказка есть. Это что такое? Историческое место. Кстати, историческое место ничему не мешает, да? Да, рудник он стоит, смотри. А в пятой циве оно заслоняет. Заслоняет тот апгрейд, который был. Так, 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 так. Куда-то я хотел тебя направить. Плыви, наверное, сюда. А я думал, ему надо все хода. Да давай, ходи уже ты. Я думал, ему надо все хода, то есть он не может построить, потому что у него там 5 шестых хода осталось. Оказывается, нет, надо просто внимательно читать объявление. Такие вот делишки. Вообще люблю я игры, те, которые можно что-то пописать, что-то попланировать, подумать. То есть, если игра проходится без блокнотика, но она, скажем так, не шибко интересная, мягко говоря. Рудник есть. Вот эту игру я бы тоже проходил бы немножко более обдуманнее, больше читал бы, если бы проходил ее сам. А не под запись, потому что под запись ты хочешь, чтобы люди не слишком долго ждали, поэтому немножко торопишься. Это что такое? Великий полководец какой-то, эпоха атома. А кто он такой вообще? Блин, какой его тип? Флотоводец. А, полководец. Это типа, я понял. Это полководец. Так, рынок. Конечно же, рынок. Это еще маленькая карта. Слушай, городов тут наклепал. Тьму тьмущую. Дуайт Эйзенхауэр. Полководец. Так, а где у нас тот полководец? По-моему, где-то вот здесь, да? О, кстати, тут нефть появилась. А вот нефть, когда появилась, она производство... А, нет, я думал, это возле Ахина. Это... Чужой. Вот здесь она появилась. Да, вот у нас полководец. Что он может? К производству военных юнитов. 5% отойти от дел. О, прикольно. И больше ничего не может, да? Пассивная способность. Понятно. Ладно, пусть торчит где-нибудь в городе. Короче, тут и нету такого, что форт построить. В пятой циве там можно полководцам какой-то форт влепить там. И так далее. И оттеснить, собрать немножко карты у противника или у союзника. Тут такого, видать, не предусмотрели.
осудила Америку, Норвегия. Китай заключает мир с Америкой. Тут что-то не улучшается мне отношения с ними. И торговлю они не предлагают. В пятой цели они постоянно там торговали, даже если отношения плохие, там пытались задешево купить какой-то ресурс, там, я не знаю, какие-то провокации делали, там, давай против противника повоюем какого-нибудь. Новый прорыв в области сельского хозяйства. Если построить две фермы рядом, продуктивность обеих возрастет. Советую так и поступать. Чтобы механизм работал гладко и предсказуемо, его части должны быть стандартными и, следовательно, заменяемыми. Да, прикольная штука, только я этих ферм уже настроил, блин. И теперь у нас уже эта проблема. Так, а сюда ты плывешь? Да, плывешь. А вот сюда ты не плывешь. Так, мы к пластмассам идем. Где они там? Через танки. Плюс один движение погруженным на борт. Это что такое? Ух ты, ё-моё. Тихо, это что такое? Выбор пути отступления. В городе Ахмабад агент Конрад, добыча секреты ядерного синтеза. Преследует полиция. Выберите способ побега агента. Нет центра коммерции, нет гавани, пешком. Похищен ядерный синтез. Вот это круто. Прикольно. Агент отработал. Так, это кто? Это где? Это какой-то поселенец, наверное, вот этот. А чё ты не хочешь ходить? Я ж тебя уже вроде ходил. Вот теперь догадайся, куда он плыл. Наверное, ж сюда. Тут какой-то сюда должен был плыть. Странненько. Так, один приплыл. Историческое место. Ну, показывает историческое место. Показывает. Бабах. Нема. Под городами историческое место, короче, падает. Понятно. Давайте сразу скупимся, чтобы всякие аборигены здесь у нас не покупались. Что нам тут еще надо? Это нельзя купить, остальное сам. Так, и надо сюда работника какого-то привезти. Это что, селитра? Блин, да, селитра. Хоть бы выделяли как-то ее там, я не знаю, шрифтом каким-то. Надо сюда работника закинуть. Где у нас клондайк работников? Плыви-ка ты, брат, сюда. Выберите проект. Так, а что нам? На земле строить ничего нельзя. Тогда только монумент, там бар, канализация. А дальше там посмотрим. Это что такое? Сбежал в столицу через 4 хода. Во второй цивилизации мне очень нравилось, как сделаны шпионы. Там были такие прокачанные непробиваемые юниты, которые в фортах стоят, крепкие. С ними тяжело было что-то сделать. А, вот запасной рабочий тоже пришел. Так вот, задача шпиона была подкупить этого юнита. 252. Ну, пропал юнит, ничего? А, ничего, они бесплатные. Понятно. А что тут, лодки есть? Есть. Везде все улучшено. А вот здесь не улучшено.
то такая важная функция у него была, но это не одна из функций. Там еще в город можно было зайти, а когда в город нападаешь, то там тоже были свои бонусы, я уж даже не помню какие. То есть что-то тоже можно было слямзить оттуда. Городу нужна пища. А тут какие-то слабые все. Юниты такие, ну, стрёмненькие. Вот в шестой, видите, исправили. Тут можно немножко покрутить, повертеть. В третьей, ну, шпионаж так себе. Как бы через посольство. Там что там, украсть карту, украсть, где расположены войска противника. Ну да, это прикольно было. Ихнее количество узнавали. Украсть технологию за огромнейшие деньги. Ну, как бы тоже. Наши военные стрёмное научились такое дело. Объединять три юнита в единую армию. Армия гораздо крупнее и мощнее, чем корпус. Да, только там. Для сплочения народа правительствам нужны враги. В отсутствии настоящего врага они используют вымышленного, чтобы мобилизовать нас. За расширение территории. 25% штраф. Заключите оборонительный союз, если нападают на одного члена союза. Так, хорошо, народное ополчение. Так, ну тут мне пока ничего не надо. А, красное что-то пропало, да? Что у нас красное? Военные академии и морские порты дают науку. Довольство в городах с гарнизоном. Производство к юнитам кавалерии. Так, так, так. Производство при создании юнитов промышленной эры. Содержание каждого юнита уменьшается на 2. О, вот это классная штука. 237. 263, да, хороший бонус дала. Говоришь, союзы можно заключать. Давай-ка мы с Китаем заключим союз какой-нибудь. Странно. Чего он сам это не предложил? А, тут можно научное соглашение сделать даже. Химия. Давайте электричество. Прикольно. Можно на конкретную технологию сделать какое-то предложение. Сами не предлагают. Это плохо. Давайте я нефть продам. Тю. Что, даже одно золото не дашь? Странно, у него нефти нет, он за нефть не хочет ничего платить. Городов так мало. Так. Союз. Оборонительный союз. Я платить тебе за оборонительный союз? А ты не обнаглел? Да. Не хочет. Блин, как ее убрать отсюда? А, правой кнопкой мышки. Совместная война против Индии, как насчет? А, против Филиппа хочешь? За 49 монет вход. Ха-ха. Нет, спасибо. Спасибо. Ладно, поехали дальше. Что у нас тут дальше?
Идеология. Получить дополнительного шпиона, полицейское государство. Я хотел в монархию какую-то выйти или что-то такое. Я уже в монархии, значит, в демократию я хотел выйти. Что-то я не пойму, где тут, что это демократия. Управление ресурсами, экономика. Юниты в любом... А, о, все прикольно. Одна единица стратегического ресурса позволяет производить связанные с ним юниты в любом городе, потому что тут каждый ресурс привязан к тому же городу, где он добывается. Это, кстати, интересно сделали. Три посла. Берем. Это сделали очень интересно. Вот, допустим, в третьей цивилизации надо было проложить дорогу от ресурса в столицу. Повод для войны Ганди за расширение границ. Короче, что-то он от меня хочет. Вот, надо было проложить эту границу, говорю, дорогу от ресурса прямо к столице, к своей. А в пятой цивилизации сделали, что ты добываешь ресурсы, добываешь. Так, подожди, я не понял, где этот юнит. А вот где он. И это как-то странно. Выглядело. То есть я строю на другом конце света где-то город и при этом добываю на другом конце света, строю юнитов с этого ресурса. Но это как-то, честно говоря, бредово выглядело. Ага, пустыню купите за 300 монет. Спасибо, не надо. Спасибо, нам достаточно. Вот это что? Да, тут ни черта нет. Я думал, тут только какие-то ресурсы могут быть. Нормально. Так. Тут, кстати, у нас земля есть, и мы можем что-то построить. Какой-то монумент, какой-то амбар. Что с пригородом? Ого, 5. Вот тебе, кстати, для чего эти клетки? Пусть там в пустыне живут себе. Строят себе новый Дубай. Так, что мы здесь? О, художественный музей можно отремонтировать. Канализацию построили, да? Можем пригород кинуть. Тоже в пустыне, кстати. О, одна фиолетовая освободилась ячейка. А что тут у нас? 2 великих очка. Заход по ученым. Флотоводцы, полководцы нам не надо. Великих торговцев, великих инженеров, великих музыкантов, великих художников. Давайте инженеров. Что у нас по правительству? Не открылось нам ничего, да? Да, монархия у нас. Что ж, на этой пафосной ноте, друзья мои, завершим этот час. Кораблики можно проапгрейдить? Да, до линкора. Поехали. До линкоров. Счастливенько.